Сергей Любавин – лауреат премии «Шансон года» на сцене более 20 лет. В дискографии певца 9 студийных альбомов. Сегодня у исполнителя сотни поклонников не только в городах России, но и Беларуси и Украины. Песни Сергея Любавина многие относят к жанру шансон, но сам певец предпочитает не ставить в определенные музыкальные рамки свое творчество. Было такое хорошее выражение в советские времена – эстрада. Такая хорошая, настоящая эстрада. И вот, собственно, то же самое, если касательно западных коллег, я отношу и к творчеству Гару, и к творчеству Лара Фабиан, и к творчеству Луис Мигеля, к творчеству Патрисии Касс. Это все исполнители, которые, собственно, спокойно мы можем с ними встать на сцену в каком-то сборном концерте, и это будет все называться хорошей такой европейской качественной эстрадой. Вот, наверное, так. А уже дело там журналистов, уже докопаться, что же это за стиль. В Твери Сергей Любавин исполнил самые разные песни из своего репертуара. Это и авторские композиции, народные песни из кинофильмов и, конечно же, на стихи Сергея Есенина. В 1996 году Сергей Любавин даже выпустил альбом под названием «Вкус, знакомый с детства», написанный на стихи великого классика. У меня есть такая программа «Песни на стихи Сергея Есенина». И в этой программе как раз где-то половину произведений – это моя музыка, это «Прощание с Асидорой», это и «Пара лебедей», это и «Эх, вы сани, о коне». Ну, много очень песен. Ну, то есть все вещи, которые, на мой же, опять же, взгляд, получились очень убедительно и очень качественно на стихи Сергея Есенина. Опять же, не жалею, не зову, не плачу. Ну, замечательная вещь. «Хороша была Танюша, краше не было силы». Очень много вещей. Это женщина, которую люблю я очень. Это женщина, которая мне снится ночью. Это женщина, которая глядит с тревогой и мольбой. В Твери Сергей Любавин получил немало цветов от своих поклонников, а точнее поклонниц. Да и сам певец был щедр на комплименты. Дарил в этот вечер женщинам цветы и красивые песни. Как буду я скучать.